Здравствуйте, меня зовут Тимур Алишерович Шамсудинов. Я учитель английского языка в 151 школе. И я хотел бы поговорить про плюсы, только плюсы, платформы Кундалик. Во-первых, как я уже говорил, это прозрачность оценок. То есть, когда мы выставляем оценки ученикам, во-первых, их родители сразу знают, какие у них оценки. Они проинформированы, где у них, например, если у ученика где-то есть недостатки, то сразу родители их знают и могут помочь. В этом и самый главный плюс Кундалик, то, что постоянная связь с родителями. Во-вторых, для учителей очень сильно облегчили их труд, вот эту бумажную волокиту, отчеты. То есть я могу одним кликом мышки просто взять и сделать себе отчет, например, по оценкам. Потому что учителей всегда заставляют считать, а мы гуманитарии из-за этого. Ну, я, например, гуманитарий, мне очень сложно вообще эту формулу запоминать. Кундалик очень облегчил. То есть я просто раз нажал, распечатал, отдал и все. Спасибо вам большое, я очень рад. Также Кундалик, я открыл группу английского языка, туда добавляю материалы. То есть я могу спокойно, если что-то, например, я не прошел на уроке, да, или мне не хватило времени, я спокойно могу добавить в свою группу, где мои ученики, отправить им сообщения, то есть или какие-то события проинформировать. То есть век технологии информации. Это просто замечательно. Спасибо вам огромное за ваш труд. Желаю вам успехов. Спасибо большое за внимание.